Иисус. Иисус. Знаете, у меня было такое созерцание, видение. Это был достаточно трудный период у меня в жизни. Я не понимала, как. Как жить на земле? Kaip gyventi žemėje. Вдруг все стало таким сложным. Viskas taiga tapo taip sudėtinga. Сказала: Бог, я не понимаю, как вообще жить на земле. Я не умею. Аж не могу. Я не понимаю этой жизни. Аж не супранту, что гивенемо. Я не понимаю, как жить с людьми. Аж не знаю, как гивенти с людьми. Они такие опасные. Я такие повоинги. Сел со мной рядом, как бы на лавочке. И он пришел как человек. Не как Бог. Не как Девос. Не как что-то такое небесное. Не как кашка с дангишко. Он пришел как человек. Это сатьев как жмугус. И он говорил: Иисус. Я же сатьев, Езу. Расскажи мне. Man. Как жить на земле? Kaip gyventi žemėje? Я вдруг увидела в нем. И что я ж помочу ему? Того, кто жил на земле. Та, куриз гивяно жемье. Реально в теле. Реали куня. Так же как я. Тип кипаш. И такое сильное доверие пришло к нему. И вдруг дидюлис посетикимас его тело. Потому что я могла говорить с кем-то, кто реально жил на земле. Аж галеу кальбити су ту, курис реалий гивяно жемия. Я не могла об этом говорить с ангелами. Аж не галеу апатай кальбити су ангелаис. Вы знаете, мне тогда даже казалось, что я даже с Отцом Небесным не могу поговорить об этом. Тогда ман родился, когда нет государственного тела, не галеу апатай кальбити. Потому что я говорила ему: Отец, ты не жил на земле. Аж сакю ям теве, ты не гивяно жемия. Ты не жил в теле. Ты не жил среди людей, человеком. И вдруг приходит Иисус. Что это на Иисус? В теле. Куня. Такая невероятная любовь пришла к нему. За то, что он пришел в теле на землю. Такая нереальная поддержка. Нереалус палайкимас. Есть тот, yra tas, кто был первым, kuris buvo pirmas. И мы сидели рядом. И мы сидели как шале. Говорил: Иисус, я так много хочу тебя о чем спросить. И я сказал: ты у Езу, аж ты бну радуку поклаусь тебя. Я так хочу поговорить. Я бну поскорбить. О земном. Бежемешку. Я поняла, у меня есть друг. Я же супротов, аж турю друга. Реальный друг. Реалу друга. На которого всегда можно опереться. Курю галю висада ремтис. Бог пришел в теле. Девас от ее куня. Такую, как ты. Когда
я смотрела на него, как на человека. Когда жрел и кипиш могу. Люди уже не казались мне такими опасными. Жмонес не бетродят такие повоинги. Образ человека рассеивался в моем сознании. Могу сатвить, да сисклидеся мое сомнение. Именно как опасного существа. И повоинго жму, и повоинго из бутибес. И приходила любовь. И ртия мейля. К людям. Жмонемс. Простым людям. Попростим жмонемс. Потому что они такие же, как Иисус. И все такие патес, как Иисус. Многие, может, просто так же, как и я. Другие, так, как и аж. Может быть, не умеет жить на этой земле. Не мог гиренти в этой земле. Знаешь, я потом много-много раз я возвращалась на эту лавочку. И каждый раз, когда у меня есть какие-то проблемы или сложности с людьми, что есть такое место в духе. Я знаю, где есть такие места двасия. Куда я могу прийти и посидеть с Иисусом? Куда я могу прийти и посидеть шале Иисуса? В теле. Куне. И мой взгляд меняется. И мой взгляд не скейчится. Иисус. Иисус. Я просто приглашаю вас. Сейчас я квечу вас. На мою лавочку. На свою солюку. Каждого из вас, кто слышит. Кихвена из юсу, курия гирди. Я приглашаю тебя. Аж квечу тебя. Посидеть с ним. Посидите с юа. Он знает о жизни все. И жино по гивенима виска. Он знает о жизни на земле все. И жино по гивенима жемия виска. Он знает о людях все. И жена бежмонес виска. Всякую разницу с тобой. Как панакинти бет коки скиртума. Бог стал человеком. Дева стал пожмогуми. О, Иисус, мой друг. Иезу, моно друг. Мой друг. Моно друг. Мой друг. Моно друг. Мой друг любимый.
Матфея 5. Я сижу с тобой. Сижу карту с тобой. Мой друг. Мано друге. Иисус. Иезу. Мой друг. Мано друге. Подобный мне. Поношусь и мне. Живущий на земле. Gyvenantį žemėje. Мой друг. Mano draugė. Иисус. Иезу. Иисус. Иезу. Мой друг. Mano draugė. Иисус. Иезу. Мой друг. Mano draugė. Брезговал телом, мой друг, Иисус, мой друг, мой друг, Иисус, мой друг, мой друг. Настоящая дружба. Тебя дружба. Мой друг. Настоящая дружба. Мой друг. Настоящая дружба. Тебя дружба. Мой друг. Иисус. Мой друг. Место одиночества. Нера вету свянатвии. Мой друг.